Дорогие друзья, я приветствую вас в это сложное, трудное время. Я очень дорожу своими подписчиками, надеюсь, вы тоже мной дорожите. Я хочу вам сказать отдельно огромное спасибо за ваши теплые, за ваши патриотические комментарии к моим песням. Это вдохновляет меня, вдохновляет на новые стихи и на новые песни. И я хочу вас проинформировать, что кроме канала YouTube, эти песни, эти стихи я буду выкладывать на своих каналах на Рутубе, а также на своем телеграм-канале. Жду вас там. Будем жить, будем общаться и бороться дальше.